Я рада вітати вас, друзі, в ефірі телеканалу «Миколаїв». Сьогодні ми з вами зустрічаємось з директором Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Клюйко. Розпочинається новий навчальний рік, і діти нашої планети йдуть до школи. Усі діти. Але, як виявляється, не всі діти можуть приступити до нового навчального року. І зараз ми з вами дізнаємось, чому. Светлана Николаевна, здравствуйте. Очень-очень-очень рады вас видеть, потому что встреча с вами – это всегда, несмотря ни на что, это всегда позитив и радость. И еще энергия, которую вы даете и своим близким, и своим подчиненным, и, конечно, детям. Светлана Николаевна, наступает 1 сентября. И, конечно, радостный это день, не радостный, но это день, когда 1 сентября, ну и в Африке 1 сентября, и дети должны сесть за парты. Но, как выясняется, не все дети могут сесть за парты. Одни не совсем здоровы, но есть еще категория детей, которые по сложившимся причинам и обстоятельствам не могут прийти в школу. Почему? Вы знаете, это очень, ну, такой радостный для деток день. Они встречают своих друзей, радуются. Радуются тому, что они выросли на один год, как оказывается. Вот. Но, к сожалению, вы правы, не все садятся детки. Есть категория деток, которые больны по состоянию здоровья, но есть категория деток, у которых нет родителей. И, как правило, они находятся у нас в центре, и мы ищем родителей для детей. Это детки, у которых умерли родители, сироты. Есть детки, у которых родители лишены родительских прав. Есть детки, у которых в стадии лишения родительских прав процессы, то есть идут суды. И поэтому получается, что отдать этих деток в школу можно, в принципе. Но некому, они, да? Но надо так, чтобы был человек, который будет заинтересован в том, чтобы у этого ребенка сложилась хорошо судьба. Дело в том, что детки, которые помещаются к нам, я имею в виду категорию детей, оставшихся без опеки родителей по каким-то причинам, они получают психологический стресс дважды. Первый раз, когда их забирают из семьи, когда в семье катастрофа любого плана, родители пьют или уехали, бросили, забыли, что есть дети. Почему-то родители не ожидали, что вдруг в школу надо будет собирать детей, и деньги были потрачены совершенно на другие развлечения взрослых, скажем так. И получается так, что есть категория деток, которым надо просто сделать счастливую жизнь. Просто надо. И когда их помещают к нам, они второй раз получают психологическую травму. Ведь согласитесь, что переживая, печалясь, там, плача, горюя в своей собственной семье, то есть в своем доме, это одно. Да. А когда ребенка везут в неизвестность, это для него неизвестно куда. Так это для взрослого шок. Это тоже шок. Я всегда привожу самый банальный пример. Мы не хотим лечиться в больнице, мы болеем. Нам надо лежать, нам надо принимать лечение, но мы уходим домой почему-то. Потому что как бы ни было нам больно, но дома стены помогают. А здесь, получается, ребенка забирают с привычной ситуации, где он привык, и везут в неизвестность. Как бы у нас хорошо не было, что бы у нас не было, но это неизвестность, в которую попадает ребенок, и он в силу своего развития, возрастного развития, он не понимает, что это такое, для него это трагедия, пока пройдет этот момент. И делать ему третий раз больно, это уже очень опасно, скажем так. Конечно. Так можно человека сломать, да? И потом мы удивляемся, почему вдруг такая жестокость, почему вдруг человек не может, молодой человек не может, нету даже чувства сострадания у него. Почему? Потому что так произошло. И это, может быть, он и не хочет так, но на подсознательном каком-то уровне, на физиологическом уровне развития, это уже просто выросло в человеке. И мы удивляемся, почему люди жестокие. Ну, потому что как-то кто-то в какой-то момент не оказал нужную поддержку, скажем так. Причем это должна быть не просто поддержка, улыбаясь. Знаете, как говорят, не улыбайтесь, улыбайтесь в лицо. Не надо улыбаться в спину человека, улыбайтесь в лицо. Как вы хорошо сказали, улыбайтесь в лицо. И желательно, да, чтобы эта улыбка шла от сердца. От сердца, да. Потому что улыбка, которая в спину, она тоже разная бывает. И как человек ее не увидит,
увидит и не воспримет. Вот. Поэтому получается так, что дети получают еще один стресс. Вот чтобы избежать того третьего, самого большого больного удара для ребенка, то, как правило, детки у нас задерживаются определенное время в центре до того момента, пока не найдутся родители. Может быть, это будут приемные родители, может быть, ДБСТ, может быть, усыновление. Это уже, ну, как повезет ребенку, скажем так, как он понравится, какая у него судьба будет. Да, конечно. Вот тогда уже мы передаем ребенка. Но уже в крайнем случае, потому что время пребывания в центре ограничено, это 9 месяцев, уже в крайнем случае, да, ребенок может уйти в государственное учреждение. Очень сложно с теми детками, которые имеют определенные отклонения. Мы никуда от этого не денемся, как бы мы ни говорили, может быть, это жестоко, может, не хотелось бы об этом думать. Они детки, но есть детки, которые имеют отклонения в развитии. Соответственно, последнее время вот так наблюдается, что семьи не берут таких детей, как правильно. Это очень тяжело подобрать, если даже приезжают, сталкиваются с детками и отказываются от детей. И получается, что ничего не остается, как ребенка отдать в государственное учреждение. Так случается, так бывает. Ну, действительность, она есть действительность. Поэтому эти детки, естественно, у нас задерживаются. Да, они будут ходить в школу, если это маленькие детки, если это взрослые, для взрослых детей. Вообще ситуация... Дети, это как сколько? Начиная с 13 лет. С 13 тоже, да, считается, мы их считаем взрослыми. Да? Угу. Да, в нашем понятии. Угу. Это взрослые дети, потому что, как правило, их устроить в семью, это просто нереально, ни в какую. Это даже если возьмет, допустим, даже ДБСТ или приемная семья, но это единичный случай, это по определенным обстоятельствам, и, как правило, это... какие-то, ну, знакомые узы есть, то есть либо в одном селе жили, либо знали эту семью, либо это друзья семьи, либо это подружка мамы, которая умерла. Ну, такие нюансы, такие личного характера. В основном, конечно, этих ребят не берут, и даже выше 14, 15, 16 лет, то, естественно, уже выбирается вариант, как можно лучше, как наилучшим способом устроить этого ребенка. Вот такие детки не идут никуда. Там, где сироты, там тоже есть определенные нюансы и моменты. Особенно детки маленькие. У нас детки с 3 лет. Вот 3, 4, 5, 6 лет деткам тоже есть определенные моменты. Очень обидно, когда... есть шанс, вроде бы и приезжают родители, и складываются вроде бы отношения хорошо. Но у ребенок могут быть логопедические отклонения, там, допустим, есть по состоянию здоровья незначительные, несмертельные, то есть можно провести курс лечения, там, показать травматологу, если ручка неправильно срослась. Если у ребенка там что-то с зубами, почему-то в последнее время взрослые люди, и для нас немножко удивительно, большое значение придают там, как растут зубы. Это правильно, но в условиях государственного учреждения, вы же понимаете, это очень индивидуальный процесс, это надо водить к стоматологам, стоматологи наводят порядок, скажем так, зубками деткам, но это должны быть родители, потому что это и болью сопровождается, это и психологически тяжело деткам, но родители почему-то, вот почему такие плохие зубы у ребенка, вот как одна из запятых, вот такая. Странно, необычно для нас, удивительно, и я уговариваю людей, но бывает всякое, но что прямо у всех зубы золотые, там хорошие. Вот. Ну, бывает такое, что потом отказываются брать детей, а детки ждут. Я хочу сказать, что, ну, как-то так получается, я не знаю, почему так получается, но дети ждут новых родителей. Ждут. В принципе, они ждут. Они ждут семьи, Светлана. Они ждут семьи, да, вы правы. И мы, как бы у себя в центре, мы настраиваем на то, что ты пойдешь в семью. Мы абсолютно не говорим о том, что ты куда-то пойдешь. Достаточно вот таких учреждений государственных, как наш, для ребенка. Этого достаточно, потому что у нас-то мало детей в группах, а в других учреждениях побольше, и дети много, долго бывают, вы же понимаете, если ребенок приходит в детский коллектив, ну, того же государственного учреждения, ну, на сегодня это интернат, но если у нас в группе 15 человек, там больше детей. Если он у нас пожил там до 9 месяцев, там 3-6 месяцев, даже 9 месяцев, то там есть детки, которые годами живут. И пословица «в чужой монастырь со своим уставом не ходит», она срабатывает очень быстро. Вот, как бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили, как бы мы ни старались взрослые, все равно будут нюансы, все равно будут нюансы. Невидимые, невидимые, но это будет. Поэтому естественно, что
мы стараемся, и дети понимают, что они хотят, они с удовольствием смотрят и программы по телевидению, они завидуют тем детям, которым приходят родители, они завидуют тем, которые уходят, они потом все так стараются, мне очень часто задают вопрос, ну, почему они у вас все такие хорошие, а вот пришли в семью, и там что-то происходит, либо приехали в интернат, там происходит, потому что они у нас стараются, они хотят себя показать, что такое реабилитация, это возвращение хорошего имени человеку. Вот они хотят показать, какой я хороший. Но, к сожалению, так получается. А потом оказывается, что я... Как мы можем объяснить, почему тебя не взяли? Вот как объяснить ребенку? Это невозможно. Это невозможно. Это невозможно. У нас воспитатели мучаются над теми. Первый вопрос. Ну что, родители? Вот уходят родители. У меня первый вопрос к психологу. Как прошла встреча? Что? То есть, Светлана Николаевна, например, встреча ребенка с приемными родителями. Да. Процедура этого... Вы выводите ребенка, родители смотрят на него, да? Вот так вот? Ну, в принципе, да. Общая схема такова. Они знакомятся, да? Да, но мы подходим индивидуально в каком плане? То есть у меня в кабинете находятся родители, просто сами не приезжают. Они приезжают с представителем службы по делам детей, с представителем центра социальных служб в обязательном порядке и родители. То есть это у меня в кабинете. Значит, мы уже выработали такую традицию. Ребенок заходит ко мне в кабинет. К вам? Он заходит к директору. Люди, которые сидят, это просто гости. Они, может быть, ко мне пришли. Но ребенок-то знает, что он не просто. Но дети знают. Конечно. Они знают. Но, понимаете, среди всех этих людей знакомое лицо мое. Да, только ваше. Только мое лицо в этом. Всех остальных. И он даже не может вычислить, кто... Иногда не может. Иногда не вычисляют, но иногда не может. Вот. Поэтому я разговариваю я с ребенком. И я всегда предупреждаю родителей. Ну, я не могу вам объяснить, но иногда я чувствую, что... Не сразу надо знакомство, а вообще надо посмотреть на человека, потому что не стоит знакомить. Может быть, даже и не стоит. Чтобы не подавать надежду тщетную. Как правило, мне представители службы по делам детей рассказывают о родителях. То есть я имею представление. Первое впечатление у специалистов служб я спрашиваю. Они мне говорят свое видение, свое впечатление. У нас в службах достаточно профессиональные люди работают. Но они администраторы, поэтому они как бы делятся на две части. С одной стороны, человек, психолог, а с другой стороны, это администратор. Меня интересует их мнение. Пусть оно будет каким-то казенным, пусть оно будет субъективным, скажем так, но мне это очень интересно. Вы это мнение выслушали? Я выслушиваю, а потом я смотрю на людей. Заходят люди в кабинет. Как у нас состоялся разговор? Что интересует людей? Более того, я хочу сказать, я вообще люблю пословицы, но встречают по одежке все-таки. Я вам хочу сказать, как бы мы ни старались, но дети нас встречают и воспринимают по одежке. Да. Вот что бы мы ни говорили, что бы мы ни придумывали. И очень часто дети стесняются своих родителей. Да, они не могут сказать это в открытую. Они выражают это, свое невосприятие, вот эту... стыд за родителей, они выражают совсем по-другому. Они могут не слушаться, они могут грубить, они могут оскорблять, они могут говорить плохие слова. Мне иногда приходится говорить маме, вы пойдете в парикмахерскую, я вам встречу не дам. Вы пойдете в парикмахерскую, вы пойдете купите сарафан, у нас на рынке разные цены есть, и придете совсем с другим видом. Я не могу маме сказать, что ее дочь что-то высказала психологу. Я не могу такого, я обижу человека, я унижу человека. Я тоже взрослый человек. Вот, представьте, незнакомый человек говорит, вы там плохо выглядите. Как воспринимается это? Поэтому я иногда говорю, свидания не будет. Или вы пойдете погуляете со своей подружкой, успокоитесь. Зайдете в парикмахерскую, пойдите сделайте девичник в конце концов, а потом вы придете к ребенку. Когда вы выспитесь, успокоитесь, и вы придете. Но это... скажем так. А потом, вот если возвращаться вот к началу разговора, мы уже, я смотрю по реакции, смотрят представители службы, как родители. Иногда мы смотрим по глазам, что свидания не должно быть. Да что вы, бывает почему? Такое. Ну, бывает такое. Бывает вы такое, по глазам родителей? Да, по глазам родителей, по их выражению лица, по мимике, как если папа с мамой, как они переглядываются, как они смотрят на тех сотрудников, которые их сопровождали службы по делам детей. Бывает такое уже, хочется держаться за соломинку и не верить тому, что у тебя внутренний голос подсказывает. Мы даем свидание, но я говорю психологу, это должно быть очень 5-10 минут, не больше.
в силу каких-то обстоятельств. Психолог заходит, там рассказывает, как происходило, была встреча. Потом бывает такое, дарит подарок, больше человек не приходит. Ну, для детей это трагедия. Конечно, бедные дети. Если только там немножко они там пообщались, поговорили и ушли, родители, ну, в принципе, можно как бы, ну, поигрались, я же представляю это как гостей. Угу. Вот. А если мне говорит психолог и воспитатель, говорят о том, что ребенок ждал родителей, он ждет, он хочет родителей, мы поворачиваем совсем по-другому встречу. Но обижаются люди, которые приходят за детьми, скажем так, они обижаются, когда я начинаю выставлять определенные условия. Но например, им, я могу выставить условия, прийти, допустим, первое условие у нас есть только в рабочее время. Не потому, что нам сложно там остаться, не потому, что мы не можем остаться после работы. Да нет, об этом речь не идет. Не конечно. Об этом идет речь. Речь идет о том, что у нас, как правило, много людей окружает ребенка. Психолог обязательно присутствует. Ребенок реагирует на сотрудников, которые вокруг ходят. То есть ребенок должен чувствовать себя абсолютно спокойным. Он не должен бояться, что его возьмут за руку и уйдут. Бывает такое, мы разрешаем во дворе, бывает не разрешаем. Бывает разрешаем только в приемной или только у психолога. Если контакт хорошо сложенный, да, из приемной ребенок может уйти к психологу, это как бы далеко от выхода, то есть здесь уже они понимают, что если директор, это ребенок защищенный, то его защитят, однозначно защитят. Он не боится. Бывает такое, когда очень хорошие теплые отношения, ребенок на улице, но при этом наблюдают, могут все сотрудники наблюдать. То есть все смотрят за ребенком, какая реакция, и ребенок глазками должен видеть, понимать, что ничего с ним не произойдет. Если уже высшее доверие, да, но потом быстренько забирают детей, мы можем даже оставлять один на один в кабинете, пусть общаются один на один. Вариантов масса. Все зависит индивидуально от тех людей, которые пришли. Но бывает такое, когда с ребенками играются, и подарки дарят, и потом не приезжает, как правило, это из других областей, не приезжает, но вы передайте ребенок подарок. Ну как передать подарок? Что ребенку сказать? Вот что ребенку? Человек говорит, я в областной службе по делам детей, я отказываюсь брать ребенка. Но вы ребенку передайте подарок. Как это сделать? Вот как? Как это? Я считаю, это жестокий поступок. Жестокий, как мы можем сказать. Наверное. Это жестокий. Лучше тогда вообще не начинать. Лучше да? ничего не надо и не надо передавать ничего. Просто скажите. Иногда я прошу, говорите как можно быстрее свое решение, чтобы ребенок сам себе не придумывал. У нас здание, ну, кто был, тот знает, большое. Вот, коридор длинный, когда идут особенно детки вот среднего возраста, там вторая, младшая, вот от 3 до 10 лет. Вот когда они идут, они уже себе рисуют воздушные замки, там все расставят, заходят группы счастливые, все понимают, приехали родители. Уже это говорит, я же себя тоже хорошо вел, почему меня не взяли. А он не хочет, давайте я лучше пойду, дети говорят. Вот. То есть нам очень важно, понимаете, это судьба человека, и каждая минута очень дорога. Я считаю, что люди, которые решаются брать детей, они должны изначально принимать для себя решение, а потом быстрее принимать в отношении деток. Поэтому разные случаи бывают. Эти детки в школу тоже они, мы отдаем в школу. Но за лето, если эти дети у нас за лето, они привыкают к нашей обстановке, они идут в школу нормально. Начальную школу мы вводим в 56-ю школу, коллектив прекрасно воспринимает, там у нас давно уже дружба, и родители этих детей хорошо воспринимают, как, что бы они там ни вытворяли. Бывает, и под парту залазят, и домашние дети все им отдают, и вообще во всяком случае... То есть с пониманием, да? С пониманием относятся и родители, и администрация, все прекрасно. Они себя комфортно чувствуют. Вот эти, тогда ребята себя комфортно то чувствуют. То есть эти дети все-таки идут? Идут в школу, и потом им легче. Бывает такое, что ребенок в классе, у нас есть уже примеры учителя, когда берут под опеку детей. Это вообще очень замечательно и хорошо. Бывает, родители одноклассников приходят со школы и тоже хотят забрать детей под опеку. Это вообще, это идеальный вариант, это просто лучшего варианта не придумаешь, как говорится. Вот. Всякое бывает в жизни, но бывают достаточно жестокие поступки в отношении детей. Есть дети, которые идут, я прошу прощения, есть дети, которые идут на усыновление. Усыновление, конечно, это высшая форма устройства в семью, это очень серьезно. Печально, когда детей возвращают.
То есть после того, как произошла процедура усыновления, и у вас есть даже были случаи, когда возвращали обратно и отказывались от ребенка? Отказываются от деток, это решение суда, то есть родители отказываются, служба по делам детей к нам помещает деток. Дальше идет процесс там уже в судебном плане, как на усмотрение суда. Ну, это, честно сказать, это не просто трагедия. Я даже не могу слова подобрать, как это можно назвать. И да, ребенок, ну, это человек. Что мы можем предсказать в человеке? Ничего мы не можем предсказать. А если это проходит год, два, три, пять, тем более мы не можем это предсказать. А что, даже могут, когда ребенок несколько лет? Бывают взрослых ребят, да, бывают дети и по 10 лет в семьях воспитываются и больше. И потом в итоге происходят конфликты на таком уровне, что возвращают как бы детей, говорят, что я его назад не возьму. Я считаю, что люди, которых берут под усыновление, их и учить надо, и вообще эти люди должны проходить специальную подготовку. Потому что своих детей мы воспринимаем любыми, правда же, и наркоманами, конечно, алкоголиками, какие бы ни были, они самые золотые, самые любимые, мы будем тут же проклинать и тут же целовать этого ребенка. А здесь у нас срабатывает отторжение, понимаете, и что ты сделаешь? Ничего. Ничего. Начинаешь уже уговаривать там, где, скажем так, люди прошли определенные этапы, где они не просто хотели взять себе ребенка, а... Морально родили его, скажем так. Можно физически, можно морально родить его. Вот ребенка. Как вы правильно сказали, Светлана Николаевна. Вот сейчас мы с вами беседуем, а знаете, мысль такая точит, что вообще решиться на усыновление или взять ребенка, чужого ребенка, это очень сложно. Я думаю, что телезрители, вы согласитесь, и вы знаете, что это очень-очень сложно. Когда говорят, что мы любим всех, это неправда. Очень сложно полюбить чужого ребенка. Да, потом... Если его морально... Вот вы подобрали вот эту правильную словосочетание. Да. Если ты морально подготовил, не то что готов, а ты родил этого ребенка морально. Да, ты потом будешь переживать вместе с ним его трудности. Ты, да, он вырастет 18 лет, он уйдет в жизнь уже, а там уже, ну, жизнь у нас, знаете, так, все взрослые люди. Ну, чтобы он люди. Стал своим, но душу своим его это надо его принять. Плюс мы почему-то сбрасываем со счетом, мы, как правило, кидаемся в состояние здоровья ребенка. Но мы сбрасываем со счетов, что ребенок это представитель своего рода. Здоровье это только маленькая это вершинка, здоровье, да? Это, я даже не знаю, это самое маленькое звено в этой большой цепочке. А мы же каждая, вот наш род, семья наша, большая семья, она имеет какие-то традиции, какие-то привычки, какая-то... как устав семейный у каждого есть, да? Ну, есть еще генетические связи такие. Ну, да, это на уровне генетических связей. А когда ребенок вырастает, он все равно будет проявлять, может быть, не так он будет выполнять какие-то общепринятые правила. Может быть, не так он себя будет вести. Может, он... Вот мы его воспитывали, а он не так себя ведет. Бывает такое, это надо пережить. Это надо пережить, и родители не должны чувствовать, что это поражение. Плохо воспитывали. Это не поражение. Это восприятие взрослого человека. Ты принимаешь семью, вот как выходят замуж, женятся дети. Да? Мы принимаем другого ребенка, мы хотим стать для них родителем, но скажут ли они папа и мама, и будет ли это искренне, и будет ли это правильно. Вот так здесь. А здесь ребенок со своими взглядами на взрослый человек, со своими взглядами на жизнь. Но нельзя воспринимать это. Как правило, усыновители это воспринимают как поражение. Это не поражение. Это вы проходите следующий этап в жизни, это вы проходите следующую трудность, которая уже потом, в конце концов, пусть пройдет 20 лет, 30, но либо оно действительно будет твоим, и ты без него жить не сможешь, и он без тебя не сможет, либо действительно вы стали чужими людьми. Но это очень тяжело, и осуждать людей никогда нельзя. Ни в коем нельзя. Случае, Светлана Николаевна, это, нет, люди не виноваты. Это не виноваты, конечно, это действительно сложно, это сложно для всех. Да сложно это бывает и со своими детьми, потому конечно, что ведь детей конечно. Воспитываешь и вкладываешь в них, казалось бы, самое лучшее, и так хочется, чтобы твой ребенок был... хороший, послушный, а выходит на деле и непослушный, и капризный, и баловный. Казалось бы, откуда? Это родной ребенок. А что тогда говорить о приемном? Да. Поэтому вот так и получается, что сейчас у нас есть... дети. Ну и особая категория детей есть, когда родители уезжают на заработки. Это вообще отдельная категория. Да, не имеют права, служба по делам детей не имеет права отказать таким родителям, таким
родителям или детям в помещении к нам, потому что дети по-своему оказались в сложной жизненной ситуации. Но вообще это отдельная тема, и я считаю, что если родители в таких случаях помещают в учреждение, пусть мы будем там плохими либо хорошими, вот это дело такое, но я считаю, что это категорически нельзя делать. Это со стороны родителей большое преступление. Если вы уже уезжаете, и так жизнь складывается, надо уехать на заработки, и надо заработать деньги, это все для детей, но как-то в своей семье этот вопрос решите, но ни в коем случае не любое учреждение, потому что потом это просто не воспринимается, и дети получают не просто, они надламываются, не просто надламываются, но надламываются в двух вариантах, либо становятся, ну, идут по, скажем так, вниз катятся, либо становятся жестокими людьми и по отношению к тем же родителям, все измеряется просто в деньгах. Если это все измеряется в деньгах, в материальных каких-то благах, вы знаете, то это уже, к сожалению, это хуже, чем быть наркоманом и алкоголиком. Это иногда это вообще трагедия. Поэтому это отдельная категория. Эти дети тоже у нас бывают и задерживаются по определенным причинам. Ждем родителей. Да, что делать? А что делать? Да, Светлана Николаевна. Ну что ж, спасибо вам большое, Светлана Николаевна. Есть еще несколько секунд, и мне бы хотелось из ваших уст пожелания нашим телезрителям, как правильно себя вести вообще в жизни. Уважаемые, дорогие, любимые наши телезрители, наши сограждане, скажем так, николаевцы, мне бы хотелось всем вам пожелать добра, счастья, большой, огромной любви. Прежде всего, между вами, в семье, чтобы это была большая любовь. Ну, а ваши детки, чтобы были самыми золотыми, самыми любимыми и самыми красивыми для вас, и чтобы вы их никогда никому не отдавали. Вот так вот. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Друзья мои, пусть в ваших семьях всегда будет любовь. И, конечно же, радость. А нашей сьогоднішньою гостю була директор Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світлана Клюйко. На все добре.